Жил-был на отдаленном побережье маленький человек. Маленький человек с большими идеалами. Он любил свой дом, но видел приближение темных теней. Это притча, как я сказал, притча о спящем времени. Мой метод общения со спящим временем – это игра. Сколько лет она назад была? То есть возникает действительно ощущение того, что давно здесь ничего не движется, не меняется, в какой-то боли застыло, и эта боль вот видна везде. Людям вдруг стало интересно убивать друг друга. Им это понравилось. Маленький человек спросил у времени: почему ты не видишь то, что вижу я? В нашей истории максимум 25 лет был промежуток без войны. Но мы до сих пор не научились быть дружно. Мы все равно допускаем эти ошибки, которые допускали раньше, и будем допускать. Маленький человек решил ехать домой.